Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. С вами Олег Яворович и его вечерняя рыбалка. Сегодня я с братом Игорем. Игорь, передай ребятам всем привет. Привет, ребята. В воскресенье решили выбраться на водоем и половить немного карася. Рыбачить мы сегодня будем с лодки. Заплыли на лодке прямо в центр водоема, нашли замечательное окно, где можно забросить пару поплавочных удочек. Так как водоем сильно заросший травой, мы с трудом добрались. Честь. Честью винты, да. Другий винт. Полный вперед. Вот, мы забросили свои поплавочные удочки. Вот, сегодня буду снова испытывать свою новую оснастку. Для меня она новая оснастка. Возможно, кто-то из вас уже рыбачил. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу этой оснастки для поплавочной удочки. Насадка, наживка у меня стандартная, это красный червь. А также у меня есть моя любимая мастырка, которую я показывал, как она варится. Также Игорь сделал болтушку с манки. И мы будем проводить эксперименты, попробуем разловить карася, на что же он будет все-таки лучше клевать. Говорят, что рыбалки совершенно сейчас нет на нашем водоеме. Если мое видео было вам интересно, ребят, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Ну что же, начнем рыбачить. Поехали. Итак, ребят, прикупил себе вот такую удочку у себя в магазине прям. Сам у себя. Сам у себя прикупил, как бы понравилось. Вот такая интересная палка. Микадо. Принцесс 4,50 длины с тестом 10,30. 8 секций. Сделал вот такое мотовило, так как получилось, что у меня под руками не было мотовила в магазине. А вот брату повезло, я ему нашел все-таки мотовило. Но тем не менее, теперь оснастка. Вот интересная оснастка для меня, чем получилось. Никогда в жизни не ловил такими оснастками. Поставил сюда леску 0,2, ну вот как бы потоньше уже не рискнул. Вот, поставил, сделал вот такой поплавочек на шарнире. Вот, очень легкий и очень чувствительный. Вот, также здесь я поставил вот таких, ну, долго игрался, гружал поплавок. Сделал здесь вот скользящий такой груз, а один постоянный груз. Огрузил, поставил два крючка, как всегда. Точно такая же у меня сейчас оснастка стоит на моей любимой удочке портал фирмы Швейда 4-метровочка. Конечно, джокерная удочка, она чем-то интересна. Ну и самое главное, она интересна ценой. Она в действительности стоит довольно-таки недорого по сравнению там с другими удочками. Удочка очень прикольная, как говорит Игорь, она прикольная, она легкая, она там изящная, но немножко как бы страшновато, да, вот для нашего водоема ловить такой удочкой джокерной, но немножко неуютно, потому что мы знаем, вот в моих видео вы видели, может быть карась там спортивный попадаться, там 50, 100 грамм, 70 грамм, может лупануть карась и на 800 грамм, а потом может и карп все-таки клюнуть. Ну вот когда карп клюнет на такую удочку, ну будет совершенно неуютно. Ну да ладно, не будем заказывать. Поживем, увидим. В принципе, мы сегодня пришли не за карпом, а мы сегодня пришли половить карася. Вот пока карась молчит, сейчас мы прикормимся. Сейчас я покажу вам свою прикормку. Вот, немножко закормим новые места, на которые мы приехали. Вот, ну, как бы места знакомые, да, вот в прошлых видео, в том году я вам показывал это замечательное место. Здесь здорово, вот у Игоря поклевка есть. Вот. Смазал. Ну, так бывает иногда на рыбалке. Не вам рассказывать, ребят. Ну, самое главное, это чтобы была поклевка. Вот пока мы еще не кормились, вот сейчас закормим места. Кормить мы будем понемножку буквально, прям точечно под каждый поплавочек, под удочку, чтобы зря не тратить свою шикарную приманку. Снова же, кому интересно, как готовится приманка, на моем канале есть плейлист, где я все показывал, как она просто готовится и как она замечательно работает. Это вы увидите уже на каждой моей рыбалке. Вот, о своих снастях я рассказал. И вот еще третья удочка у меня. Вот, третья удочка стоит левее от меня. Вот, для чего я ее забросил? Вот для того, чтобы увидеть вот эту разницу между ультралайтом, как я называл эту оснастку, и стандартной удочкой, на которую я ловлю всегда, и вы видите это прекрасно в моих видеороликах. Ну, посмотрим вот разницу между этими удочками и той удочкой. Ну и у Игоря давайте посмотрим, что находится у моего брата. А у брата
брата на одну больше. Ну, у брата, в принципе, тоже там три удочки есть. Вот, одну удочку я ему соорудил точно с ультралайтом, точно таким же, как себе. Вот, и две удочки у него простые, стандартные, с классными поплавками. Он их очень любит, он привык к этим поплавкам. Он их огрузил там как бы для себя, и ему удобно. И он, по большому счету, пока еще не знает, что умеет делать вот эта замечательная удочка с новой оснасткой. Так, теперь о моих насадках, которые я буду сегодня использовать. Сегодня я использую две мастырки. Вот такая мастырочка. На своем канале я показывал, как она готовится, очень просто. Вот, она вот такой консистенции. Видите, вот она мягенькая, но она к пальцам не прилипает. Вон, у Игоря есть поклевка. На блатную удочку. Вот, вот он видел поклевочку на свою, на свой ультралайт, на Джокер. Вот замечательный карась. Так что он обкатал уже свою новую удочку. Ну, пока молчит, благодарности не слышу. Но это в процессе рыбалки. За одну рыбу. А, вон, за одну рыбу. Вот видите, как получается. То, что брат делал, то, что брат там руки мучал, это все фигня. А вот за одну рыбу спасибо не надо брату говорить. Ну да ладно. По окончании рыбалки. Ага, он сказал по окончании рыбалки. Посмотрим. Так теперь о насадке. Вот это моя мастырочка. Вот она такая мягенькая, да? Но она к пальцам не липнет. А вот вторая мастырочка вот такая. Она точно такая же, но она к пальцам липнет. И я специально ее сделал для того, чтобы в некоторых моих рыбалках было замечено, что вот как только чуть-чуть насадка немножко так потуже, вот поклевки происходят, но поймать ничего не могу, потому что карась берет очень так нежно, очень неуверенно. И вот я специально делаю вот такую жиденькую мастырку. Конечно, ловить такой мастыркой очень сложно. Руки постоянно грязные. Но это рыбалка, ничего не сделаешь. И на каждой рыбалке я произвожу постоянно эксперименты. Также у меня есть красный червь, как всегда в банке, в песке. Ручной, да, домашний красный червь. Мы дома с братом выращиваем их. Вот замечательно. У нас это получается пока. В одном из комментариев я читал, ребята спрашивали, где я беру красного червя. Я обещал показать, в принципе, как просто сделать дома вот такой инкубатор для червя. Ну, это в том случае, если у вас есть такая возможность. Это у кого частный дом или там дача. Ну что ж, ребята, в принципе, я рассказал. Лодку вы наверняка увидите еще лодку. Лодка как лодка. Это лодка нашего знакомого общего Йосиповича. Он, кстати, уже отрыбачил по хищнику. Говорил, что, в принципе, рыбалка была первая после запрета. Довольно-таки удачная для него. Вот. Мне пока хищник не светит, времени не хватает. А на карася все-таки мы с братом еще выходим. Вот так вечерком на закате солнышко посидим, покурим, поболтаем. Ну что же, приступаем все-таки к рыбалке и посмотрим, что у нас получится. Вот такая прикормка. Вот приблизительно здесь килограммчика полтора, вот на двоих. Мы варим вот такую замечательную прикормку. Сейчас она немножко такая густоватая, для того, чтобы она держалась комочком на дне и медленно расставала и при этом приманивала нашу рыбу. Здесь есть разные части, мелкие, крупные и очень ароматные. Ну что, кормим прям под поплавки, плюс-минус. Вот она разбивается об воду, делает муть. И будем ждать вечернего клева. Вот, теперь покормим места Игоря. Ловы. Оба, две, точно. Ага, поплавок будет. Прикормка очень сильно пахнет. Так, прикормили и будем ждать клёва. Клёвое место. Посмотрим, будет ли здесь клёвый клёв. А писачка у нас нема, Игорь, просто зашибись. Вот мы выплыли на рыбалку. А я сказал, за лесочку аккуратно бери.
А? Ну да, да. Вот такой Игорь поймал первого карася, замечательный. Начало есть. Туда. Поклевочка. На червячок. Карасик. Замечательный карась. Вот он легенько на цей поплавочок так тин-тин и положив его. Кто там? Не знаю. Карась хороший. Або коробчик. Коробчик, да. Коробчик, да, да. Прийшов на нашу замануху. І знов на червячок, да? А, порціонний за папою і мамою. А если три поклевки подряд было на червяк, то пока чепляем червячка. А я ж без червячка пока был на одній удочке. Может, мясо захотів на вечер? Да. Да, тільки бульки появилися і покльовочка була. Ну да, да, тобто він все-таки помаленько підійшов до нас. Или підходить, или експресом пройде зараз і на чому кончиться вся покльовка. Подвішений дроба, подиві. Капець, подиві. На мастирочку? Да. На тісто. На тісто, да, ну. Ну шикарний карась, звісно. Да, хороший карась. Лежав, я встав. Ну нічого страшного, побачу. Вон, диви, які в мене бульки коло цього, коло поплавка, подиви. Подиви, Ігор, вокруг. Ну давай, родной. Ах, диви, зійшов. Чу ти, йо-моє. На що? Ну, була покльовка, Ігор, на мастирочку. Пару раз підходив, і все-таки я його впустив. Опа! Ну давай вилазь. Ну да, на джокер тягнути такого карася, Ігор, я тобі скажу, прикольно. А ну в бані прикольно, неприємно. Ну да, неприкольно. Ай-яй-яй, хороший карасик, хороший. На червячок. І трава, прямо її з трави, Ігор, звідти і взяв. Воно вже буріння обліплено. Ота, да, да, прямо сміття таке. Хорош карась. Да, червячок, поправим червячка и отправим в бой. Наконец-то проснулся, дружок, на червячок. Вон знову бульки появилися, бачен, мол, волною проходить. Пройшов і десь дальше. О, поклювка була, ай-яй-яй-яй, і трава, бачиш. От булечки появилися, а він прийшов десь там, експресом проходить, бац, клюнув і пішов далі. Так. Да. Ні, карасі ладні такі, знаєте, попадаються. Хороші караси. Звісно, такого карася от. Тянеш, удовольствие получаешь кайфово. Тепер на червяка. То дай мастирку, то дай червяка. Попробуй, пойми. Прям ресторанне меню йому надо. Давай, відкривай рота. Карась. Я тільки кину, по-видимому, попав під йому. Під рота, да, да. Він, по-видимому, прийшов питатися і на той поклевок. Да, бач, мягеньку мастирку даєш, є покльовка. Взяв твердішу мастирку, нема. Тобто він лінивий, ще дуже лінивий. Дожилися, ловим Ігор на ультралайт. Ще так ми в житті не ловили. В дитинстві плоту так ловили, да, да, да. На муху, на, або на яйця від комарів.
эти комариные яйца эти были, да. Я вспомню, как муравейник залазил и шукал эти яйца, это капец просто. Да, 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 они разные там были. Ну, надо было и чекать, ты помнишь, как мы этих комарів, блин, да, набрали ты яйца. И сколько же мы этих яиц брали, Игорь? Сколько спишь? И текай звідти. Да, да, ти больно кусалися, що капець. А мухи пізняли вогні повірати. Да, да, да. Інтересно, час би, да, мухи? А плотви нема тої, ти ж бачиш, що немає тої плотви, що була тоді. Ну що, може вона підбрала? Ну може. Ну то вже тоді, коли жара, коли вона поверху. Ну, вона забрала. Помниш, да, корку хліба кидаєш, да, вона приходить на корочку хліба і вперед лупариш її. Я всегда так проверял. Да, да, да. Были времена. Вон поклевка. И карась ушел. Что такое, я не понимаю. Не понимаю. Да ну ты что там, серьезные крючки стоят, ты что? Або поспешив трошечки. І от коли покльовка була, він прямо так, знаєш, як з води так бульк і лягає. От точно як зимою карась ото як бере так бульк в лунки. От точно так. Ну що ти? Красавчик. Ходи до мене, дружок. На черв'як є. Давай, родной, вилазь. Ух ти, ще другим крючком підчепив його за перо. Угу. На мастирочку. Хороший буц. Настоящий буц. От знову заброс, Ігор, попав прямо йому під рожу. І він там, видимо, питався. Ну, тяжело з такою мастиркою рибачити. А на ту не хоче брати, бачиш, ту чіпляю, ні, та тверда. Так попробуємо і мастерки. Ну, правда, всі пальці в мастерці є. Заброс. Опа. Ага. А він тобі лупанув. А він положив тоді. На мастерку. Ти бачиш, міняє свій апетит і все. І нафіга нам ця рибалка? Там весілля йде, там холодець, горілочка. Да, музончик. Музончик. А як невесту продам, то й викуп потрібно. Да. Або в чайник надають. Кого ти там виволочив? Ох, карась. На зв'язку червячка. Він хороший карась. На мастирочку знов, так? Да? Значить, мастирка пробиває себе, покажи карася. Замечательний. От як не крути, да, дивись, манка стоїть глухо. 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 А мастирка, хоч вона і ріденька така. Ні, я оце і другу. Ти взяв цю, що грубша, да, така? Я теж мені дав. Ну на неї результат. Манка віддихає. От і все. Ну ти попробуй пойми. Ну, в принципі, я і ловлю тільки на одну вудку, бачиш, ці стоять просто, время від времени там перекинув їй, і все. Тобто, по большому счету, якщо є хоч чуть-чуть покльовочка, да, то такої одної вудочки з головою хватило б, щоб отримати удовольствие. Ох ти, дивіться, і жабуриня там, да? Диви. А ти, я маю, з твоєю травою, акуратно його підводь.
Вот и все. Оба. Бум. А ты на что? А цей на мастерку. Красавчик. От як тільки поміняв Ігор мастерку, поставив м'якшу цю, от, зразу покльовочка произошла. Подивись, ми сидимо там стільки, півчаса на рибалки, ну може трохи більше, да? Ну більше, хай час. І результат який? Дуже простий. У мене дві мастерки, одна м'ягенька, друга чуть-чуть твердіша. На тверду я нічого ще не піймав. І вона ж не тверда, вона ж така, як положена, розумієш? Вона не тверда. А ця от м'ягесенька така, що пальці всі в ній. Ну, результат якийсь все одно є. Так, дуже вялий кльов. В одну брав би маленький карасик, я б сказав би так. Ну да. Це ж нормальна риба, а по клювці... Тобто розмір карася вполне приличний. Ну, грам 150-200 карасик. Ну, для нашого водойома, Ігор, це бомба. Ми ж судимо по нашому водойому, це суперовий карась. А клює, як наче мелкий. Вон, дивись, от перестав клювати, все, все на місці. Хоч мастирка, вона й жиденька, але вона на місці. Вона не злітає, нічого, все. Ну просто він не підійшов туди і все. Потопив. І знов другим крючочком за живота хапає себе. Крючки настільки гострі, що... А в тебе хто там? Так, я сам, мабуть, ну вудка поїхала, а тільки йти. Да? Був вкрав вудку, да? 100%. Ні, хороший карась, достойний такий. Ох, лескою за перо зачепився. Здорово. Так, да, хороший, хороший. Твою мать. Повезло карасю. Да. Повезло. Да. Красавчик. На ультралайт, да? На джокер. Карася витягнув на мастерочку. Хорошого карася. Поклевки происходят насколько резкие, на вот эти очень тонкие снасти, что иногда очень тяжело, практически нереально вам показать вот саму поклевку. То есть я не успеваю включить камеру и показать, как начало поклевки происходит и само вываживание карася. Так что не судите, но пока все происходит вот так, все очень быстро. Но тем не менее, поклевочка есть такая, ну как бы средняя. То есть она неактивная, подходит, медленно подходит, видимо, к тем местам прикормленным, где мы прикормили. Вот даже иногда мы видим вот такой вспенистую воду. То есть получается, рыбка кормится, но клевать почему-то неохотно берется. Что-то ей все-таки не нравится. Я сменил место расположения, поклевка вообще прекратилась, развернулся в другую сторону, солнце прям в лицо. Но благодаря вот таким очкам, ребят, которые я показывал в видеообзоре, вот сейчас очень доволен, они как бы чувствуют себя более комфортно. Вот только не знаю, как отличить. Ребята писали, чтобы они там не пропускали лучи и туда-сюда. Может, кто точно знает, как все-таки узнать качество очков. Но тем не менее, вот напротив солнышка сижу, чувствую себя замечательно. И глаза не болят. Вот я только не понимаю, что означает. Очки должны убирать блик. Вот это я не догоняю. Может, кто-то мне все-таки расскажет, что значит блик. Вот сейчас напротив меня приплыли два парня на резиновой лодке.
хорошие ребята, настоящие рыбаки, молодые, но настоящие спортсмены. С ними очень приятно общаться, и они тоже пытаются половить карася. Вон, ребят, на резиновой лодке карася вытянули. Таких бы побольше, и порядок был бы на водоеме. И дрожжу попал. На мастерку. Прям педро-то попал ему, Игорь. То есть получается сидить, а клювати не клює, бач. Да, ветерок. Ага, чтобы на вечер ветра не было, це стихло. Прям настоящий летний вечер. Итак, уважаемые друзья, зрители моего канала, рыбалка наша подошла к концу. На улице уже вечер, солнышко спряталось, и мы скоро будем с братом собираться домой. Но, тем не менее, мы еще остаемся пока на водоеме и посмотрим, удастся ли нам поймать еще поздним вечером какую-то рыбу. В принципе, рыбалка у нас удалась, я остался очень доволен. Мы с Игорем поймали немного карася, обкатали новые свои оснастки, так что все замечательно, выходной день прошел просто исключительно. Если мое видео было вам интересно, ребят, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Ваши комментарии, как всегда, хочу услышать ваше мнение по поводу моей рыбалки. С вами был Олег Яворович и его вечерняя рыбалка на лодке. Всем удачной рыбалки, хорошего настроения и до новых встреч. Пока!